Привет! Приветствуем вас на канале Queen Alice. Сегодня мы покажем вам замечательную игрушку фирмы Moose Toys. Серия Little Leaf Pets. Маленькие живые животные. У нас есть такой замечательный попугай из серии Little Leaf Pets. Он у нас зеленого цвета. Он приходит в такой клеточке, чтобы его было удобно содержать, кормить, так как у него есть настоящие зернышки. Вот так же его можно гладить, с ним можно разговаривать, а он умеет в ответ чирикать и даже повторять то, что вы запишете. Клеточка очень легко открывается. Игрушка для деток от 3 лет. Если играть под присмотром родителей, можно с 2 лет, может быть, даже раньше. Попугай очень веселый, яркий, мягкий на ощупь. Птичка вот такая. Она у нас зелененькая пришла в наборе. У нее мягкое бархатное покрытие. Она очень приятная на ощупь. Ножки у нее не двигаются. Она не ходит. У нее есть такие замечательные крылышки. Вот, птичка не летает. Зато птичка у нас чирикает. В каждой клеточке есть жердочка на 2 птички. То есть можно посадить 2 птички. Посадим 2 птички в клеточку? Ребенок может все делать самостоятельно. Вы слышите, как замечательно поют птички, рассказывают, как у них начался день. Плюс таких попугаев в том, что их не нужно по-настоящему кормить. За ними не нужно убирать, их можно гладить, трогать, с ними можно общаться. Также с их помощью можно записывать короткие фразы, песенки, мелодии. И они будут это прочирикивать вот в своем варианте. Вот мы садим 2 птички на жердочку, и они прелестно помещаются в одной клеточке. Это чтобы им было не скучно. У нашего зеленого попугайчика появилась красивая пара. Закрывай клеточку. Зернышки можно доставать, кормушку также можно убирать, переставлять. Птичек можно выпускать на стол. Поставь птичек на стол. Они отлично стоят на ровной поверхности. Вот. Размер птичек просто замечательный. Они прелестно подходят для детской ручки. У птички есть замечательная кнопочка. Вот мы нажимаем, и птичка поет, чирикает. Если нажать на кнопочку и записать какую-то короткую фразу, птичка должна ее повторить. Чик-чирик. Вот так она просто повторяет. И потом она продолжает чирикать по-своему. У нее есть режимы. Можно птичку выключить. Вот, передвигаем кнопочку, да? И она включается и выключается. Батарейки у птички находятся вот здесь. Сейчас мы покажем вам, какие батарейки и как их легко менять. Можно открыть гнездышко для батареек и показать вам. Мы раскрутили нашу птичку. Вот наша птичка, вот крышечка. Да, вот видишь, у нее такие батарейки. Давай покажем. У нас у птички 2 батарейки. Две батарейки, да. Это мини-пальчиковые батарейки, их нужно 2. Менять их часто не нужно. Птички достаточно экономно потребляют энергию. Поэтому таких батареек хватит надолго. Давай положим их обратно, давай. Хорошо. Мы вставляем батарейки. Закрывается тоже все достаточно легко. И с помощью отверточки закручивается гнездо, которое держит батарейки. Если вдруг приехала птичка без батарейки, ее можно всегда легко установить, и птичка будет работать. Вот. Вот такая у нас замечательная птичка. Ой, кушает. Вот птичка кушает. Вот она. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. До новых встреч! Пока-пока!